Здравствуйте, меня зовут Терехов Алексей. Я создатель проекта «Поверь в себя». Проект создан для людей с ограниченными возможностями здоровья. Цель проекта – оздоровительная реабилитационная поездка людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект помогает преодолеть внутренние страхи, страх перед внешним миром, помогает поверить в себя и свои силы, исцелить душу и набраться сил. Путешествие на Горный Алтай дает такую возможность. Многие инвалиды мечтают о такой поездке, но, к сожалению, финансово ограничены. Давайте вместе подарим им частичку нашей доброты, поможем увидеть сказочные красоты Алтая, прикоснуться самим к лечебным источникам и почувствовать их волшебную силу на себе. Нам очень нужна ваша помощь, мы будем благодарны любой поддержке. Подробнее о проекте можно узнать на нашем канале. Можно связаться со мной по телефону. А я что, вот фотик не взял-то, блядь. Спеши, блядь. Чуть нельзя, говорю, не спеши. Мы вот так выстроились. Он вот рядом был. Одели, вытащили. Блять, потащила, бля, Вова, сюда. Сейчас тащит на него, бля. А кто его зацепит, бля? А как туда долезешь? Как ты туда долезешь? К нему. Харитон прыгает, да. Опа. Мы вот так тоже умеем.
Блин, а я ж колеса спустил, бля, да поехал. Ты на горку заехал. Да я колеса спущены у меня уже были, блядь. Еду ж, блядь. Я в шоке. И не слышу, как шипит, блядь. Речка гудит, блядь. Франция поперла. Хаваляле! Прошли. Ну, слава Богу. Куда погнать? Он меньше тот лес, он капоты наверх. А может и меньше вот будет контейнер? Он перебал, блядь, ему морду. Вот это, блядь, хуйней. Он у нас, блядь, вот туда, блядь, точно не болеет, понимаешь? Да. Ну вот только вот, так вот смотрит на капот, не дальше, не там. Только он там за... Сейчас им еще сделаем. О, дай бог. Вот тормоза у вас, Бушников, да? Попробуйте на этом Урале, блядь. Едешь, жмешь, глаза вылазят, а их как нету и нет. А. Воздушные вообще, милое дело, блядь. Так там колодка какая, не в сравнении с нашей, блядь. Она хоть широкая, блядь, а наша говно. И толстая, там же наш семер, да? Конечно. Ну, как Зиловская, вот такие команды. Широкая, блядь. Капитальная. Вот тут машина, видишь, а то стоял.
сейчас вот прямо в это пойдет. Бля, я вот еще не вылезу. Тонн, блядь. О, вот так вот. Вот это машина. Снимай, а я...